Подходит к концу лета, а вместе с ним и единственная смена в детских лагерях, организованных при дошкольных образовательных учреждениях. Сотни мальчишек и девчонок младшего школьного возраста и выпускники детских садов смогли отдохнуть в 26 лагерях, находящихся в Ленинском городском округе. Сегодня во многих из них прошли праздники закрытия смен. 25 ребят посещали лагерь «Солнечные лучики». За время пребывания они не только набрались сил, но и многому научились. Я порадовалась за вас. Вы стали за этот месяц взрослее, серьезнее, набрались здоровья. И самое главное, что я сейчас услышала, вы научились дружить. И что дороже всего на свете? Дружба! Дружба! И это радует. В нынешнем году подготовишки детских садов остались без традиционных выпускных. Но благодаря лагерной смене праздник приходил к ним практически каждый день. А на закрытие смены сотрудники приготовили им приятные сюрпризы. Повара испекли замечательный пирог, а еще ребятам вручили подарки. Ну, как после такого не пуститься в пляс?